Приветствую, друзья! Рад снова увидеть на моем канале. Сегодня я анонсирую выход полной учебной программы в моей Академии Астрологии. Теперь вы можете получить полноценное астрологическое образование, где раскрыты все темы для качественного глубокого понимания и изучения астрологии. Программа состоит из 7 курсов в 2 разделах. Первый раздел – натальная астрология. Цель раздела – дать вам весь спектр знаний по чтению гороскопа, начиная с фундаментальных понятий, далее переходя к их синтезу и умение видеть всю картину карты целиком. И уже к концу раздела возможность анализировать две карты одновременно и видеть совместимость. В данный раздел включены следующие курсы. Конечно же, начинается все с курса «Основы астрологии». Вы узнаете все базовые понятия, планеты, знаки, дома и аспекты. Научитесь оперировать ими и выстроите прочную базу качественных знаний. Продолжительность программы 60 часов лекционного материала и рассчитана на 5 месяцев. Следующий курс в разделе «Практическая астрология». Самая популярная и востребованная программа. Вы получите навыки трактовки гороскопа и понятную последовательность анализа карты и введение в консультирование. Продолжительность курса 12 часов, и он рассчитан на 1 месяц. Заключительный курс раздел называется «Совместимость». Вы узнаете, как определять образ партнера, сценарий отношений и как трактовать синастрию и консультировать. Продолжительность курса 14 часов, и он рассчитан также на 1 месяц. После того, как вы изучите натальный анализ, самое время переходить к разделу номер 2 «Прогнозирование». Цель раздела – научить вас работать со временем и событиями, видеть варианты развертывания жизни и ключевые точки в судьбе. Вы научитесь видеть и четко описывать текущую ситуацию, делать прогнозы развития трендов в будущем, а также делать ретро-прогнозы, смотреть и анализировать прошлое. Все это за счет изучения 3 методов прогнозирования и их интегрированному использованию. А после вы научитесь устанавливать точное время рождения, что необходимо для достоверной работы с картой. Данный раздел состоит из 4 курсов, первый из которых называется «Транзиты». Здесь вы освоите этот один из 3 главных методов прогнозирования, научитесь видеть события и составлять годичный прогноз, а также понимать текущие планетарные тренды. Продолжительность курса 12 часов и рассчитана на 1 месяц. Следующий курс прогрессии. Вы освоите еще один необходимый метод прогнозирования – вторичная прогрессия и формула «одни сутки равны одному году жизни». Научитесь видеть жизненные циклы и события прошлого, настоящего и будущего. Длительность курса 9 часов и рассчитана на 1 месяц. Следующий курс дирекции. Вы узнаете еще один метод прогнозирования – дирекция 1 градус равен 1 году жизни. Здесь вы научитесь видеть ключевые события жизни, интегрированно использовать 3 метода и укрепитесь в прогнозировании. Продолжительность 10 часов и курс рассчитан на 1 месяц. И последний курс в этом разделе – ректификация. Венец раздела прогнозирования. Здесь вы научитесь устанавливать точное время рождения, используя 3 метода прогнозирования, а также получите полное понимание самой процедуре, ее этапах, а после сможете полноценно работать с картой. Продолжительность 12 часов и рассчитан курс на 1 месяц. Проходя курсы последовательно, вы войдете в мир астрологии и получите необходимые вам знания, чтобы чувствовать себя уверенно и разбираться в картах и тематических запросах, прогнозировании и консультировании на данные темы. Программа подходит для начинающих с нулевым уровнем, естественно, при соблюдении последовательности курсов и сроков. Также подходит для всех, кто же знаком с астрологией и хочет упорядочить знания и получить навыки их применения на практике. Пакет рассчитан на 1 год обучения или 1,5 года, если проходить в размеренном темпе, делать себе перерывы и каникулы. Данная программа – это полноценное астрологическое образование и серьезный вклад в себя, в свое развитие и знания. А еще вас ждет приятный бонус к этой программе – записи всех встреч мастер-группы, где у нас были практические занятия по работе с такими запросами, как карьера, отношения, прогнозирование по этим темам, разбор и бизнес-прогнозирование для астрологов. Также вы можете взять все курсы из программы по отдельности, если так захотите. Ответы на ваши вопросы и подробную программу каждого курса вы можете получить по первой ссылке под видео. Итак, если вы готовы получить полноценное образование по астрологии, принимайте решение и добро пожаловать. Запись по первой ссылке под видео.